Сегодня весь мир отмечает день рождения великого русского поэта и писателя Александра Сергеевича Пушкина. А в России этот день еще празднуется День русского языка. В честь этого события Центральная библиотека имени Хлебникова организовала акцию под названием «Пушкинский день России». В ней приняли участие более 40 юных кунгуряков. В рамках этого мероприятия под открытым небом для них были проведены различные конкурсы. Ребята читали стихи, разгадывали музыкальные задания и предлагали прохожим выразительно прочитать отрывок любимого стихотворения Пушкина. Мороз и солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, проснись, открой сомкнутой негой взоры. Навстречу северной авроры, звездой севера явись. Кроме того, ребята оздоровительной площадки из лицея номер 1 раздавали прохожим закладки с полезной и увлекательной информацией о русском языке. Каждый прохожий смог почувствовать себя частью этого пусть и небольшого, но праздника. Мы чрезвычайно довольны сегодняшним днем проведенным. И, конечно, наши дети получили огромное удовольствие. Нам с удовольствием хотелось бы принимать участие в таком конкурсе и на следующий год. И мы очень благодарны Центральной библиотеке и всему коллективу библиотеки.